Всем привет, с вами Влад. Очень давно хочу сделать себе одну простую вещь, в принципе. Наверное, у каждого, либо практически у каждого, эта вещь есть в гараже. Это подпорки для машины. Чтобы машина стояла не на домкрате, а приподняв машину на домкрате, вы под нее подставили стойку и уже опустили на эту стойку машину. Так она стоит устойчивей, и это более безопасно. У меня на самом деле есть две стойки подобного плана. В принципе, как, наверное, и у вас в гараже. Вот. Но я хочу себе чуть-чуть лухари, так сказать, штучку, потому что я хочу винтовые, чтобы можно было выставить любой уровень. У меня есть вот такие вот крокодилы ужасные. Не крашеные, тут какая-то шпаклевка даже висит на них. Стекловолокно, кстати. Вот. Из такого адской конского уголка, тут труба 50-я, туда-сюда, тут такая еще труба оцинкованная, тут с наваренными электродами, чтобы оно не так сильно болталось. Нормально сделаны, но есть маленькое но, то есть мне надо не вот так вот, а вот чуть-чуть повыше. А чтобы сделать чуть-чуть повыше, что, мне придется еще что-то дырок сверлить? Тут и так это, решето чуть-чуть. Поэтому хочу стойки, которые можно будет регулировать плавно по высоте. И для этого у меня есть маленькие ништячки. У меня есть две вот такие вот винтовые подпорки. Вот это вот часть строительных лесов. У меня их две, но они вот такие вот длиннющие. Я так чую, что придется укорачивать. Фишка в чем? Фишка в том, то, что можно убавлять и прибавлять высоту плавно. То есть мне надо вот, раз я подвел к порогу максимально близко, я ставил, все стоит. В принципе, высота от порога до пола у всех машин, ну, приблизительно там в районе 10-15 сантиметров. Я так понимаю, что мы вот эту часть оставим 10-15 сантимов, а дальше поиграемся. Сюда надо переварить уголки, сделать ножки, полоски, чтобы все это было культурно и цивильно, чтобы это было смотрибельно. Ребятам с канала «Красим правильно» привет. Всем привет. Всем ребятам с междусобойчика Club BLBP привет, ребята. Я знаю, вы некоторые из вас меня даже смотрят. Очень странно. Дядя Юра канала «Красим правильно» привет. Виталька Каховка привет. Короче, всем привет. Огромный. Я не знаю, сколько у меня эта эпопея займет. Надеюсь, недолго. Поехали. You and I, we're always on the edge. We fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? I recall the times you said you're sorry, but still I'm not sure if you told lies. But I don't care, it's all forgotten now. We're holy when we touch anyhow. Holy when we touch anyhow. Give me a chance to make it right. Let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on with the black lies. With the black lies. Hanging up to see if you would call me. I miss you more when you seem too far away. Так, ну что, у меня вот такая вот штуковина получилась, в принципе. Мне как бы даже нравится, я вам так скажу. Я вам так вот поровнее поставлю, то вы там не скажете, что кривые. Нормально. Надо сделать
из трех уголков распорки, ну, чтобы она никуда не падала, и снизу положить перемычки. А фишка в чем? То, что одна имеет левую резьбу, а вторая имеет правую резьбу. Я-то думал, что я из одной сделаю две, и как бы шиш там. Не получается. Ну да и ладно. Ну вот, допустим, это максимальная высота. И сейчас у нас получается 35,5 сантимов. Плюс здесь еще будет площадка, ну то есть стаканчик небольшой, который будет упираться в порог, ну там с пропилом под кант порога. Плюс еще снизу лягут полоски, которые немножко еще поднимут. Там что у нас там получается? 35. Плюс стаканчик туда-сюда. Короче, 38. Ну, почти что 40 сантиметров максималки. Я думаю, мне этого хватит вполне. Мне, наверное, домкрата даже такого нет, чтобы на такую высоту поднимать. Нормально. Ну да, одинаково. Одинаковые стоечки. Все хорошо. Надо будет проверить уголки. Ну, а из вот такого уголочка, 25-го, по-моему, или 20-го, мы напилим ножки.